Первые международные соревнования по конкуру прошли в Донецкой республике. В гости к дончанам приехали соседи из Луганска. Это ответный визит. В мае к нам приезжали, ну, вот, в Донецк к нам приезжали участники соревнований. Они ездили на наших лошадях, выступали. И вот они нас пригласили в этом месяце, чтобы мы на их лошадях попробовали выступить. Это первые такие вот масштабные соревнования в нашей Донецкой Народной Республике. Так как, ну, в связи вот с нашими событиями, то есть это было утрачено. Немножко сейчас пытаемся это все поднимать и возобновлять, а стараемся вот наши внутренние соревнования проводить, вот стараемся периодичностью где-то каждый месяц. Луганские гости показали класс, они заняли первые и третьи места. В утешении хозяевам осталась серебряная награда и надежда на реванш. В скором времени донецкие мастера выездки надеются побороться и с соперниками из России.